В Омске презентовали мобильный сервис для защиты детей «Заступник». Приложение представил Омский штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». На презентации правоохранители, волонтеры-поисковики, педагоги и активисты. «Заступник» рассчитан на экстренные ситуации, в которые может попасть ребенок. Нападение, похищение, пожар, травма. Кнопкой «СОС» на смартфоне дети смогут оперативно призвать на помощь. Сама программа устанавливается на телефон и ребенку, и родителю. При активации тревожной кнопки гаджет автоматически включает аудиозапись. Файл будет доступен как операторам сервиса, так и родителям. Приложение важное и нужное, подчеркивают в региональном правительстве. Такой момент, когда мы просто теряем время. Нет рядом взрослого, нет рядом специалиста нужного, который бы смог оказать компетентную помощь. И я просто уверена, что приложение «Заступник», оно как раз позволит решить данную проблему, проблему оперативности оказания помощи. И считаю, что это уникальный продукт, он достоин реализации, он достоин того, чтобы все-таки мы еще применили один из инструментов сохранения жизни и здоровья детей. В рамках презентации мобильного сервиса прошел круглый стол по вопросам детской безопасности. Члены партии «Единая Россия» уверены, родитель должен быть осведомлен о состоянии ребенка. «Заступник» призван повысить условия безопасности. Особую актуальность приложения имеет летом, во время длинных каникул. Напомним, в Омской области только за последнюю неделю утонуло 5 подростков. На презентации гости успели протестировать сервис. Оценили положительно. Я как отец троих детей в этом заинтересован. Вижу, знаю, что в наше такое непростое время и интернет-пространство, и в принципе общественное пространство, и нахождение детей в общественных местах, да, предполагает все-таки со стороны родителей не то чтобы контроль, да, но понимание, где и как, и что сейчас делает мой ребенок, если я не рядом. Приложение «Заступник» может скачать любой желающий. Как отмечают разработчики, чем больше пользователей внутри системы, тем выше шансы, что в экстренной ситуации вашему ребенку оперативно окажут помощь.